Всем привет, с вами Диктофон, и сегодня, ну, мы продолжаем играть в Террарию, я вас поздравляю. Так, ну, поздравляю, не знаю с чем, но, если честно, у меня есть такой ступор. Я не понимаю, что происходит, у нас до сих пор идет ночь, вот это вот я понимаю. А еще я немного посоздавал огненных стрел. Говорят, что они крутые. Ой-ой-ой, и как тут сейчас? Офигеть! Блин, так классно! Хоба, на тебе. Уничтожайся. Так, еще один. У нас еще сова что-то налетела. На-на-на-на-на-на-на. А еще почему-то... Как будто у меня интерфейс уменьшился. Я не знаю, что происходит. Если что, потом напишите в комментариях. Может быть, он такой был, а мне просто непривычно. О, то есть тут какой-то шанс, да? Типа, что не загорятся. Так, нормально. Я думаю, что нам пора уже куда-то выдвигаться, но для начала я хочу посмотреть. Вдруг мы можем создать кровать? Так как мне сказали, что в кровати можно поспать. А я хочу поспать. А то ночью как-то выдвигаться мне не очень хочется. Слушайте, я, похоже, не могу. Но я не вижу. Блин. Ну все, придется так. Окей. Так тогда будем идти. Айс факел в руках. О! О! Уйди, уйди от нас. Так. Сейчас вы же факел и поставили. И обстрел пошел. Вау, я себя чувствую профессионалом. Он догорит? Блин, не догорел. Там еще зомби. ХП! А че он прыгает? А че он прыгает? Он какой-то элитный зомби? Блин, я так все сейчас стрелы потрачу. Вот еще бы, ну действительно, вы знаете, как кровать создавать. А что их так много? Что-то мне уже домой захотелось. Алло! Реально домой захотелось. Подождите. Давайте возвращаемся. Потому что это уже не дело. Что-то их реально много, как по мне. О, еще один. С факелом самое главное. С факелом это прикольно. У нас подожженных стрел 110? А, 119. Реально, как по мне, как будто он уменьшился интерфейс. Я не знаю, я ничего не делал. Я даже не заходил. Так. Опа. Уничтожили. В той стороне пустыня. А пустыня это такое себе. Мне вообще сказали, типа, отправляться в шахту. А как, блин, отправиться, если ночь такая долгая? Алло. Ночь. Тебе вообще нормально? Так, я немного поосвещаю. Как поставить-то? Как я поставил? А, вот все. Еще я сейчас разучиться бы опять играть в нее. Когда и не умел, в принципе. Так. Вот, знаете, тут на свету тоже типа не спавнится, как в Майнкрафте. Тогда я тут все заставлю. На тебе. Ну все, он догорит. Нет, не догорел. Уничтожил. Ну, уничтожься. Так, еще одного убили. А вот тот зомби, он все равно... О, что это? Звездочка. Упавшая звезда. Офигеть, она еще и горит. Ой. Прикольно. Киданул. А там глаз на заднем фоне летает. Ну, пускай летает. Вот мана, вот это вот, точнее как, эта звездочка, мне так кажется, она как раз таки нужна для маны. Насколько мне это известно. А еще я вижу... Я опять не могу поставить факел. Может быть, мне опять гриб съесть? Как я это делал? Ой, я это съел. Так. А тут джунгли типа. А что это такое? Почему вообще нет никаких пещер вот в стартовом биоме? Да ё-мо, я сейчас все закидаю. Уничтожься. Блин, мне нравится лук. Я хочу из лука всегда стрелять. Правда, для этого надо очень много слаймов убивать. Ну чё, я готов с этим бороться. Ой. А что это такое? А, это ветер там какой-то дикий. Вы смотрите, я даже идти не могу. Вот в обратную сторону могу. То есть все против нас, да, как я понимаю?
Так, ладно, давайте пока что его просто мечом забьем. Офигеть. После лука, знаете, меч это вообще ни о чем. Максимально непривычно. Так. Ладно, тут глаз не на нас. Во, грибы собираем. С грибами мы можем похиляться. Че, нам реально тогда идти в правую сторону? Ну, светлеет, кстати, постепенно. А че это за буран такой, я не понял. Все мешает нам отправиться в шахту. Я, может быть, могу сам прокопать путь вниз, но я не знаю, как потом вылезти. Это же надо какие-то веревки делать или что, а я не знаю, как это все работает. Поэтому желательно мне для начала хотя бы найти самую обычную пещеру, чтобы в нее вот так вот залезть и залутать. Так. Прикольно, воздушный шар. Как мне сказали, вот эти деревья, это вообще они просто по приколу. То есть они декоративные, никакие не особенные. Очень жаль. Я действительно верил в том, что они какие-то классные. Так. Алло. А что такое? Почему бураны? А я не понял. Так, ты, наверное, злой? Мы не достаем. На. Нет, ну давайте. Мы справимся. Понятно. Хуба! Лети на нас. Лети давай. Во. И похиляли сразу же от него. Может, здесь что-нибудь нормальное найдем? Правда, тут водоем такой. Мне не нравится. Но у нас все, у нас нету обратного пути. Мы идем, мы справимся. Так, выныривай. Что, можно это собрать? Нет, это вообще это по приколу, что ли? Хотя кактус вроде бы крутой. Так, это перекати поле? Она злобная! Отстань! Офигеть! Почему тут все против нас? Ладно, давайте мы его тоже уничтожим. Как так, блин? Я думал, что это вообще по приколу, типа, тоже какая-то декоративная штука. Она еще нас убить может. И все? То есть мы прошли пустыню? Я думал, что тут будет пещера. А при этом буран... О, закончился. Это какой-то обычный биом. Ой, музычка. А, пещеру, я вижу пещеру. А что, я на дерево запрыгнуть не могу? Понятно. Так, подождите. Сейчас будет... Да пипец, я еще не ту штуку ставлю. Вот это мне надо. Опа. Гриб забрали. Слайм пока отстань. К счастью, насколько я знаю, если я умру, у меня всего лишь деньги отнимутся. О, нифига там холод. Поэтому мне не страшно. Вещи можно и терять. Так. Веревка! Вот веревка мне нужна! Как ее делать? О! Я хочу больше света. Серебро. Факел. Ой-ой-ой. Слайм. Ну, зеленый слайм, он что, он такой себе. Еще надо бы привыкнуть, чтобы кнопки быстро менять. А мне максимально как-то тяжело это делать. Так, тут камень. Я хочу посмотреть, что тут дальше есть. Потому что тут что-то, по крайней мере, ведет. А, ничего, понятно. Так, выходим. Ну, прикольно, я уже хоть что-то нашел. Так, давайте я, наверное, возьму, да, землю и буду лучше ее ставить. Ее не жалко, а дерево может нам пригодиться для чего-нибудь. Оба. Да, я тут вижу еще всякие штуки. Так, а в ледяном биоме что, я надеюсь, что все норм будет? О, еще веревка. Медь. Блин, так я тогда построю пещеру, короче, под нашим домом. И как раз таки веревку сделаю, и чтобы мы там могли спускаться в катакомбы какие-нибудь. Прикольно будет. Вот я и хочу научиться сам это делать, и у меня будет, короче, пещера под базой. По-моему, это вообще будет классно, и не придется по таким местам ходить.
Снег. Интересно, для чего-нибудь он не пригодится? Там что-то три слайма в одном месте или их два? Я вообще выбрался. Сейчас драться будем. О, нет, мне не до вас. Да блин, тяжело пролезть. Как же сложно быть высоким человеком. О, еще веревка. Блин, а там еще что-то? Может, там тоже ничего нет? Это так? Просто развод? Я уже не удивлюсь. Блин, еще слайм к нам придет. Ну окей, мы пока копаемся. Блин, похоже, развод, слушайте. О, ну да, да, развод. Он перепрыгнул. Ему вообще все равно на нас. Мы сами придем. Да, блин. Охота знать, а ледяные слаймы как-то сильнее реагируют на огненные стрелы? Да как-то, в принципе, так же. Че, он полетит? Еще бы научиться стрелять нормально. Да ё-моё! Не убей! Прикиньте, зомби убивают слаймы, сейчас умру. Да пипец! Я сейчас все стрелы на него потрачу. Не, это не дело. Я считаю, так... Ну вот здесь можно лук использовать, чё нам? Ага, понятно, ага, понятно. Пингвин! Я вижу пингвина! Вау. Надеюсь, он добрый. Слайм, ты чё наделал? Офигеть! Ну знаете... О! О, что это было? Там вода? Блин, там, похоже, вода, слушайте, там ничего такого нету. Блин. Ну ладно, тогда пошлите дальше, если что, может быть, вы что-нибудь потом расскажете. Может, это какое-то классное место, и потом я уже схожу в него. Так. Да ё-моё! Уйди от меня! Что он тут прыгает-то, как неадекватный? Вот. И гель, вот гель нам нужен. Вон, на. Так, давайте гриб съедим. ХП как-то пускай восстановится. Сколько у нас? 50? О, я вижу много полезных штук. А там еще и руда какая-то. Вот, давайте сейчас все соберем. Сюрикен. Зелье возврата. Мы что, это мы типа домой тэпнуться можем? Если да, так это вообще классно. Я тогда вообще могу это... Хоть куда сбежать. Так, у нас есть лечебное зелье. Два. Зелье возврата. Телепортирует вас домой, да. Дрожит свет. Семечко дрожит света. Ну, это монеты. Блин, полезно. Так. Давайте я, может быть, короче, лук поставлю... как бы. Вот так. Вот так будет пополезнее, когда лук рядом с киркой, с мечом. До него меньше идти будет. Ой, я тут много сделал. Еще веревка. Ледяной факел. Блин, а мы куда-то прям вниз долезаем. Ну я пока не боюсь, тут вроде ничего нет страшного. Хотя, увидим. Вот хоть где-то, знаете, пошли пещеры наконец-то. Да ё-моё, опять факел много трачу. А то как бы... Я считаю, что это странно. Мы там много пробежали, но при этом там ничего не было. Там тоже руда, но до нее надо немного докопаться. А я пока что этого не хочу. О, уйди, я факел поставить не могу. Алло! Блин, теперь я лук найти не могу. Так, надо, наверное, факела вот сюда, да, ставить? Куда их поставить? Во, опять два, блин, ставлю. Потому что тут, типа, нет стены, как вы видите, там, типа, полость. Видимо, из-за этого. Все, я теперь луки... Лук переставил, и теперь я до него никогда не буду добираться. Пипец тут слаймов. Они меня уже бесят. А ведь надо, наверное, какую-нибудь...
Что по пещере? Почему она такая огромная? Мне кажется, то, что я сделал куча стрел, да еще и огненных, это лучшее мое действие в игре на данный момент. Это реально топ. Блин, вот там вот, конечно, ну он прям вниз ведет. А в какой низ? Непонятно. Так, давай чуть-чуть движемся. Факел сюда ставим. Где у нас земля? Вот она земля. Давайте вот сюда поставим. И вот сюда сходим. Я хочу посмотреть. О, ну тут хотя бы это есть. Нифига, жизнь-ка. Теперь тут ломаем. Идем дальше. Да хватит! Я не хочу туда, не. Пока мы туда не лезем. Если что, я потом спущусь. Ну, пока что у нас и тут как бы много. Мне сказали, что надо находить, короче, всякие кристаллы сердечные. Какие-то такие вот. И типа нам ХП будут добавлять. Видимо, навсегда. И они как раз таки в каких-то пещерах. Ой, я лед сломал. Ну вот в каких? А еще сказали про сундуки. Я тоже хочу сундук найти. Ой, это пипец. Так темно. Вот сюда. Жесть, мне надо Понятно. Да, давайте мы им еще и стены поставим. Чтоб лучше было. Ё-моё. Я офигею себя. Ледяной факел. Еще один ледяной факел. Ой, куда я... Это лед меня так тянет вниз. Ага, это у них... Там что-то другое. Блин, мне страшно. Подождите, давайте посмотрим, что есть еще правее. Если что, пойдем туда. Точнее, туда, в смысле, налево. Блин, тут я толком ничего не вижу. А, опять лед? Как его сломать? Прыгать, типа? Что это такое? Алло, алло. Так, ждите. Как употребить его? Я выбросил. Куда я его выбросил? Я его подобрал. Я иду. Я не хочу быть ядовитым. Как принять лечебное изделие? Алло. Так, а у меня типа под запретом это, похоже, стоит. А гриб мы можем сейчас съесть? Кайф. Это реально кайф. А что это за пипец? О, что это такое? Тут кто-то жил? Что это за веревка? Это те, которые мне понравились, веревки. О, спасибо за ХП. Вау, как я догадался, что тут можно спуститься. Это сундук? Нет. Вот. Да, о, это сундук. Почему я его тогда не видел? Так. Тайный снежная буря в бутылке. Позволяет владельцу делать двойной прыжок. А почему за тайный снежная буря? Куда ее надеть? Как аксессуары? Все, теперь я могу. Веревка. 303 у нас веревки. Мало лечебное зелье. Зелье чувства опасности. Прикольно. Зелье возврата еще. У нас уже 4 штуки. Ледяной факел у нас 38. Серебряная монета, дофига. Блин, давайте ледяной сундук добудем. Он красивый. Замороженный сундук. А тут еще можно что-нибудь добыть? Блин, факел сломал. Реально двойной прыжок могу делать. Вы прикиньте. Какой я классный. Я теперь хочу еще... Блин, вы посмотрите, тут лестницы классные. А их можно самому сделать или добыть? Платформа. Что-то не то. А, заснеженная древесина. Ой, давайте я соберу. Мне нравится. Все равно двойной прыжок есть. И вот это я хочу забрать.
Это все платформа называется. Мне надо научиться делать платформы. Во, кайф. Нас там уже сверху подостерегают. А нам что, мы платформы делаем? Точнее, собираем. Нам это поважнее. Опа. Факел. О, что? Она сама типа? А, это вагонетка. Ва... О! О! Убийца на колесах. О, я куда еду? Вау! Ой, ой! Ой. Как слезть? Алло. Можно слезть? О, я слез. Факел. Страшно. Я как понял, это багрянец. Типа, когда ты создаешь мир, у тебя... Ну, я поставил на рандоме, что мне... Ну, типа, либо багрянец, либо... Еще какая-то фигня фиолетовая. Я! А-а-а. Смотри, куда идешь. Окей. Пожили, хватит. Да ё-моё, обидно. Так. Слушайте. А денег-то много, да? Одно золото, куча серебра и медь. Потратилось. Так, давайте я поставлю сундук новый и красивый наш. Так. В него деньги можно складировать? Все, давайте сразу все деньги положу. Деревянная стрела пускай будет. Просто все подряд буду убирать. Кандалы можно надеть. Куда? Все, тыкаем подряд. Окей. Линза. Исчезнет после рассвета. Вау, классно, что мы ее собрали. Вот веревка топ. Будем, короче, на в следующем видео, скорее всего, уже делать себе подземную фигню. Базу. У меня такие планы теперь жесткие. Бочонок. Приготовление эля. У нас поджигающих стрел, прикиньте, две всего осталось. Так, это я тоже пока уберу, что это нам? Грибы полезные, древесина. Можно половину? О! Во, вот столько возьмем. Ровно 80 штук. Я еще теперь хочу. Все, мне теперь из шахты не выпустить. Я нашел свое призвание в этом мире. Так, стрела из ледяного ожога. Шанс критического удара, очень слабое отбрасывание. Так. О, замораживающий костер. Так, а можно мне обычные стрелы сделать? Из чего они делаются? Или чё? Алло, научите. Чё, всё, теперь... Как... Мне не хватает чего-то, что надо для обычных стрел. По-моему, у меня же все было. Древесина с собой. Что там надо? Может, что-то я в сундук положил не то. А, еще древесина. Платформа. Вот платформа, это классно. Это тема реально. Или я не увидел просто? Так, может, я реально просто не увидел? Или у меня факелов не хватает? Да нет, у меня много факелов. Все, прикиньте, я забыл, с чего делаются стрелы. Деревянная удочка. А у меня же еще куча железа. Может быть, мы его сможем переплавить и чего-то покруче сделать? Теперь в поисках руды. А я же вроде собирал железо. Что-то мне грустно стало. Куда она все делась? Или я ничего не вижу? Как сложно жить в этой игре. Ну, мне нравится. У меня уже столько всего есть. Ладно, обойдемся без этого. Но я не знаю, как мы будем жить без стрел. Ледяной факел, это классно. О! Так. Вот.
Ну это же то же самое, типа, не? Как убрать это? Так, открыть бестиарий, окно эмодзи, да не надо мне это. Дайте мне стрелу и побольше, а то они у меня что-то заканчиваются. 12 поджигающих стрел осталось? Если мы сюда поставим, почему у меня вообще там стрелы были? Может надо... А, платформа, вот она. Блин, кайф. У меня же есть древесина. А, из платформы делается древесина? Как это работает? Так, может там надо палки какие-то? А, из палок уже делается? Но платформа это не то. А почему мы можем сделать замораживающий костер из факелов? Да, из факелов. Ну все, я впал в тупость. Теперь мне опять хочется забрать все из сундука и опять создавать. Может, деньги на это нужны? А как мне деньги вернуть? А, это руда, я нашел руду. Поздравьте меня. Так. Изготовить? Может быть, из руды делали стрелы, слушайте. Нет? Не из руды? Ладно, факелов все сделаем. Раз у нас такая возможность появилась. Так. Ну, у нас уже 5 железных слитков. Мы можем нас поздравить за это. Быстрая стопка. На хранение все. Взять все. Ой, да все. Жить сложно в этом мире вашем. Все творится. Так, я хочу взять 5 слитков и посмотреть, может быть, в большом количестве мы уже сможем сделать. Мы можем сделать наковальню, нам идеально хватает. Но для чего она нужна? Вот это обо мне тоже узнать. О, люк. Железный слиток, так много надо для люка. А для чего он нужен? Давайте наковальню поставлю. Вау, это для предметов. Это надо. Достижение. Heavy metal. Как поставить? Я выбросил. Ничего нового. О! Да за что? Я, видимо, никогда не привыкну к тому, что тут убивают всех подряд. Да, но теперь у нас как бы 0 железных слитков, поэтому все. Я опять хочу в эту... Снежный биом. Но это в другой стране, но мы идем дальше, короче. Смотрите, у нас теперь плюс 20 маны и двойной прыжок. Вау. Я считаю, это успех. Блин. О, так я... Это даже не двойной прыжок. Вы типа смотрите. Ну, точнее, вы-то знаете, это я для себя сейчас открываю. Полинезийский факел. Факел обычный. Так, нет, лучше так нам надо. Типа я могу зажать и еще дальше отлететь. Офигеть. Это тема. Блин, чтобы не умереть от этой темы. Так, слушайте, буря закончилась. Вау. Блин, я кайфую. А двойного прыжка? Ну я ничего не вижу. Давайте в руки факел возьмем. Ой, спасибо зомби, что факел взял. Сразу же 3. Давайте еще каждый меня ударите. Оба. Оба. А я могу прыгать тоже высоко. Нашел пещеру. О, что это за биом такой? Ой. Скрываемся, ребят, от них. Нашли пещеру, это главное. Они будут спускаться, слушайте. Подождите. Пауза. А что, землю выложил? Не, землю не выложил. Давайте сейчас будем застраиваться. Все, они к нам не пройдут. Если что, мы потом сломаем и залезем. Что нам? Нам не сложно, а вот они уже не смогут ничего сделать.
Так. Классно, я забрался, а вылезти не могу. Вот. Опять не могу. Там опять вода, по-моему, снизу. Ну там слайм. Так, у нас есть веревка, давайте воспользуемся. Как удобно! А как ей пользоваться только? Алло? Алло, а как пользоваться? Если вот тут мы сломаем она... А, нам просто места не хватало. Угу. Все, теперь я понял. Блин, веревка. Спасибо, что ты есть. То есть у нас теперь есть куча веревки. Мы научились делать платформу, и мы реально теперь можем сделать классную базу. Так, тут ничего нет. Но я вижу там... О, это медуза, оказывается. Я думал, это слайм. Так. Тут нам надо выбраться. И пойдем в эту сторону, посмотрим, что здесь уже. У нас такая максимально шахтерская серия. Хотя, мне так кажется, террария в основном... Что это большая часть геймплея игры. Без этого никуда и никак. Блин, тут просто вода. Блин, что ты такое? Хвататель! Ой, я теперь что-то туда не хочу. Смотрите, а он за медузой? Он к медузе лезет? Да? Если да, то это пипец. Ладно, давайте. Я пока к этой штуке не готов. Как по мне. Вылезаем наружу. И сейчас опять будет погоня. Так. Факел есть, ума не надо. Оба! Факела нет, ума надо. Так. И света бы тоже добавить. Потому что я тоже слышу зомби, а мне это не нравится. Опа, дотянулся. О, офигеть грибов. Подождите, это нам все надо. Ой, вода. О, хвататель, ты ли это? Это он, 100%. Кого он там убил? Офигеть. Вы посмотрите, там сходка. И все за нами. Так, давай, давай, демонический глаз. Давай, давай, иди. Алло. Алло. Он так вообще до нас не дойдет никогда. Алло, демонический глаз. Драться будешь? У него хп очень много. Так. Ой, ё-моё, что происходит? Ой, у меня очень мало хп, там еще что-то, меня какая-то летучая мышь бьет. Слушайте, что происходит? Почему мы так всем нужны? С факелом веселее жить? А почему она такая быстрая? Почему он так дамажит? Ну все, приним... Да, нас убили. Минус серебро и медь. Тропическая летучая мышь. Ладно, деньги мне не жалко. Я пока все равно не знаю, куда их тратить. Хотя... Кто знает, может это очень важно. О, звезды! Две звезды! Так, давайте оббежимся. Может где-то здесь еще будет у нас звезды. Две звезды прямо возле дома. Ё-моё. Мне кажется, самое лучшее достижение этого видео — это двойной прыжок. Это такая классная вещь. Я вообще, я офигею. Вау. Мне она безумно нравится. Так, что-то слева у нас ничего толком нет. Ага, зомби демонические глаза. Как они спавнятся? От кого? Я не понимаю. Все же хорошо было. Офигеть. Реально их что-то дофига. А где мой друг NPC? Он дома? О, он дома. Так. А дверь что не закрываешь? Правнука мыши ведь это делается. Оба. А все, а все. На-на-на-на-на. Блин, почему так хп у него много? Вот я теперь хочу какое-нибудь оружие получше. И вспомнить, как создавать стрелы. Потому что я еще помню... Я же вот их создавал. Прям все классно было.
О, меч собрал. Так, вдруг здесь тоже есть звезды. Но у нас уже их три есть. Звезда, звезда. Мы летим к тебе. О, еще. Так, там еще есть зомби. То есть мне сказали, что когда ты их соберешь определенное количество, ты потом можешь типа себе увеличить количество маны. Я пока что не знаю, на что это тратить, но я понимаю, что это нам пригодится, поэтому уж лучше собирать, пока есть возможность. А сейчас, пока у нас есть возможность, нам надо убегать. Потому что у нас мало хп. Сейчас будем греться возле костра. И смотреть, может быть, мы что-то сможем хотеть... Ой, хотеть. Смочь сделать из 5 звезд, 5 звезд. У нас есть серый кирпич, прикольно. Железный кирпич. Кирпичи одни. Слушайте, такие дома будем классные строить. Удочка, конечно, прикольно. Кристалл маны расходуется навсегда, увеличивает максимум маны на 20. Создаем. 5 ровно надо. Офигеть. Как его? О, сила звезд. У нас новое достижение. Все, поздравляю нас. 60 маны. Плюсом нам же еще ману добавили. А, вот это и добавляет. Так вообще, это такой классный аксессуар. Он мало того, что нам дает двойной прыжок. Такой невероятный. Так еще и плюс 20 маны. И в общей сложности у нас ее уже 60. 60 это нормально. Это не 20, как в начале видео это было. Поэтому мне так кажется, что нам действительно надо узнавать насчет каких-то таких оружий, которые... Ой, ё-моё, я думала с мечом. Оружие, которое затрачивает ману, чтобы пользоваться ими время от времени. Не пропадать же этой мане просто так. Что, дверь открылась? Так, давайте его уж добьем. Да пипец. Оба! А у нас тут с другой стороны друг АФКшит. Я думал, он отстреливает, а он так, по приколу. Ну все. А он дверь может сломать? Хоба, 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 хоба. Слушайте, норм, норм. Уничтожили. 8 факелов он себе носил. Опять эти глаза. Почему они тут повсюду? Что вообще происходит в этом мире, я не понимаю. Но на этом я, наверное, буду заканчивать эту уже серию. Она вышла довольно-таки продуктивной. Я много где побывал, много чего нового узнал. И как бы двойной прыжок. Это вообще, это вещь. Можете посмотреть. Звезда, подождите, звезда. Тын-дрын-дрын. Все, сейчас вернемся. Можете посоветовать, как мне потом использовать ману, на что ее затрачивать, мне это очень пригодится. А на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. А с вами был Диктофон. Всем удачи и всем пока!